У нас в продаже появляется Volkswagen Tiguan 2011 года выпуска с объемом мотора 2 литра, который выдает 170 лошадиных сил, полноценный автомате, полноприводный, два владельца ПТС оригинал. Задний рядсидений в отличном состоянии. Передний рядсидений также в хорошем состоянии. Электрорегулировка сидений. Пройдемся по комплектации данного автомобиля. Центральный замок. 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал с подогревом зеркал, датчик света, блок управления светом, хорошая штатная мультимедиа, двухзонный климат-контроль, обогрев заднего стекла, прикуриватель на автомате, электроручник, автохолд, 2 подстаканника, центральный подлокотник. Подробно данный автомобиль, контактные данные можно найти в объявлении. Можно приобрести автомобиль за наличный расчет по системе 3D либо лавка на Хунцу по адресу Студенческая 2, поселок Зипа, под всех ждем.